черты теперь с другой. Не могу тебя совсем забыть, не могу совсем тебя простить. Каждый вечер жду тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки. Но ты уже взрослый, ты просто не будешь слушать сказки. Все очень непросто, ты больше не любишь группу «Краски». 100 вопросов, 100 ответов. Что же в жизни для тебя важней? Убегаешь и не знаешь, сколько мама не спала ночей. Кто сейчас с тобой, где ты сейчас? Может, ты совсем забыл о нас? Каждый вечер ждем тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки. Но ты уже взрослый, ты просто не будешь слушать сказки. Все очень непросто, ты больше не любишь группу «Краски». Я сама не понимаю, что с тобой случилось, старший брат. Стала жизнь твоя другая. Кто же в этом, кто уже виноват? Ничего поделать нам нельзя. Не враги мы, но и не друзья. Только все же жду тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки. Но ты уже взрослый, ты просто не будешь слушать сказки. Все очень непросто, ты больше не любишь группу «Краски». Алло, Оксана? Да. Мама дома? Сейчас позову. Нет, не надо. Скажи, что я не приду. Когда ты придешь? Не знаю. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки. Но ты уже взрослый, ты просто не будешь слушать сказки. Все очень непросто, ты больше не любишь группу «Краски».